8 ноября текущего года в одном из кафе Белгорода-Днестровского состоялся концерт группы «Утро Гагарина», руководитель Руслан Новиков. Вечер прошел в теплой дружеской атмосфере. В репертуаре музыкантов не только блюзовые и джазовые композиции, но и произведения в стиле старого доброго рок-н-ролла. Присутствующие были не только зрителями, но и живыми участниками этого действия. Спрятали окно, покрыли стены, душно и темно. У меня внутри ты что-то забыла, а может быть спрятала до следующих встреч. У меня внутри ты что-то забыла, а может быть спрятала до следующих встреч. Ви знімаєте, ми показуємо. Якщо ти став свідком події, яка на твій погляд буде цікава іншим, надсилай своє відео до групи Бессарабія ТВ соціальної мережі ВКонтакті. Найактуальніші, на нашу думку, новини з'являться в ефірі телеканалу. Обов'язкова умова надісланого відео – коментар до події. Стань учасником формування інформаційного наповнення свого регіону.